уже, да. 7-4. С таким счетом сборная Чехии обыгрывает в последний день чемпионата мира сборную России. Второй год подряд терпим мы поражение от чехов на чемпионате мира. В последнем матче, правда, в прошлом чемпионате это была игра за золото, а сегодня за бронзу. У чехов она есть, у нас нет. Ну что же, добро пожаловать обратно на чужой праздник в каком-то смысле. Сборная Чехии сейчас получает, как раз в эти секунды начинает получать награды. Только сперва арбитры сегодняшнего матча их получат. Вы видите этот момент. Матч за бронзу позади, впереди еще эпическая, я не сомневаюсь, что настоящая такая северная нордическая сага будет. И в общем... Финляндия против Швеции – это для Европы такое отдельное противостояние. Нет для финнов ничего приятнее, чем обыграть шведов. Да и для шведов, в общем, обыграть финнов почти так же важно. Хотя для них важно еще и выиграть. Но это все будет. Но, к сожалению, уже все было с точки зрения того, что для нас турнир закончен. Лучшим игроком сборной России в этом матче был признан Илья Ковальчук, оформивший еще в первом периоде дубль. Сборная Чехии сейчас вот как раз приветствуемая собственными болельщиками, да и российскими тоже, которых здесь примерно поровну, получает медали, которые, в общем, чехи заслужили. Не вопрос. Не попади они на шведов, может быть, и в финале бы играли. Ну, возможно. Хорошая команда у чехов. Поздравляем их. Действительно, они показали великолепный хоккей. И мы вот, все матчи их показывали, обсуждали. Действительно, заслужили медали они точно. Ну что же, осталось узнать только победителя и проигравшего в самом главном матче турнира, где сегодня позднее сойдутся сборные Финляндии и Швеции. Ну а мы с вами будем прощаться. Работали для вас сегодня, как, собственно, и на протяжении всего этого турнира, из Братиславы, из Словакии, Сергей Гимаев и Александр Ткачев. Спасибо за внимание. Болейте на здоровье и помните, что, в общем, все проходит. Будут и светлые дни. И до встречи на финале чемпионата мира на матче Швеции и Финляндии.